Это лайф, мы продолжаем. Гражданка России в Сирии закрыла с собой детей от попавшего в дом снаряда. Женщина получила серьезное ранение, ей оторвало ногу и кисть правой руки. Боевики выпустили по дому ее тесте мину из так называемой шайтан-пушки. Это кустарное орудие, сделанное по принципу мортира. В этот момент за столом собралась вся семья и родственники мужа. Ирина успела прикрыть с собой своих детей и приняла весь удар на себя. Она осталась в живых, но находится в тяжелом состоянии. В Алеппо Ирина живет уже 13 лет. Когда-то вышла замуж за сирийца и переехала сюда. Друзья Ирины хотят отправить ее в госпиталь в Москву. Русская община уже собрала необходимую сумму на лечение и лекарства.